Приветствую вас. Я бы на самом деле уделил бы внимание тому, что вы говорите относительно слабой женщины. То есть вот вам вы говорите, что вам хочется быть слабой женщиной. Вот желательно разобраться в том, что это вообще значит. Что такое быть слабой женщиной. Знаете, ведь человеку может хотеться быть слабым, потому что он, например, не позволяет себе расслабиться, и ему хочется быть слабым. Человек может быть слабым, потому что, ну, условно, у него нет никаких порывов сердца, когда речь, допустим, заходит о, ну, например, реализацию, например, достижению чего-то, да, но напротив, достаточно сильная такая вот волна поднимается, когда человек говорит, например, о семье, там, о чем-то домашнем, да, и так далее. Вот. То есть, как бы, это важный момент, это те подоплёки, основания, которые мотивируют вас хотеть чего-то, но чего вы не знаете. Я думаю, что быть слабой женщиной для вас сейчас это способ реализации какого-то своего желания, это способ реализации какой-то своей потребности, но какой именно потребности? Вот это вопрос, на который, мне кажется, вы, ну, возможно, сами не знаете ответ. Возможно. Я не уверен, но, возможно, вы сами не знаете ответ на этот вопрос. Вот. Почему именно вам хочется быть слабым? Понимаете, то есть, как бы в слабости вообще ничего плохого нет. Да, то есть, как бы, если это свободно происходит, то есть если человек по своему желанию, вот он захотел побыл слабым, захотел, перестал быть слабым, да, а все время постоянно быть слабым человек не может, потому что, ну, потому что иногда есть, знаете, такой, ну, как вам, как бы вам сказать, иногда есть такой мотив, такое желание, когда хочется что-то сделать, хочется что-то делать, хочется проявить там, условно говоря, ну, какую-то активность хочется проявить. И вот это, мне кажется, такой достаточно важный момент, потому что вот эта активность, да, которую, может быть, вам хочется проявить, вы ее не проявляете. Эту активность вы не проявляете, и, соответственно, чувствуете себя несвободной, и, как я думаю, вот эту вот энергию, которая не тратится вами, но могла бы, она уходит в потребность, ну, потребность в мужчине, я бы так, наверное, сказал бы здесь. Вот. То есть это, ну, в целом, такой мне видится картинка.
Это первое. Первое, хочется сказать. Следующее. Вы говорите, что с своими ровесниками я чувствую себя мамочкой. Ведь, понимаете, что-то же делает вас мамочкой. С вашими ровесниками. Я полагаю, это что-то из области вашего поведения. Что-то из области того, как вы ведете себя с этим мужчином. Вот. Я бы сказал, что на уровне чисто взаимоотношения между людьми есть два основных момента, по которым люди чувствуют себя как бы старше. Первое, это когда человек обесценивает то, что важно другому. Вот, ну, например, я обесцениваю то, что важно вам, к примеру. То есть, ну, условно говоря, увлекаетесь вы витражами, да? А я взял это, я обесцениваю, говорю, типа, фигня, там, детское вообще, это, детское увлечение, какие-то игрушки, вот. Чего ты, условно говоря, ничем более интересным, ну, более интересным не занимаешься, например, допустим. Вот. Это такой способ. То есть, что здесь происходит? Происходит то, что я не принимаю того, что вам важно. Может быть по нескольким причинам, например, потому что не хочется это самому, например, потому что это не вписывается в мои ценности, вот, например, потому что это мне угрожает. Вот. Ну, то есть несет некую угрозу, которая, ну, может вывести меня из равновесия, допустим, или там не обязательно из равновесия вывести, но там, к примеру, я не знаю, сделать что-то, то есть, ну, как-то вот меня дискредитировать или там заставить меня испытывать какие-то чувства, может быть, которые я не хотел бы испытывать. Вот, и, ну, вот что такое. Понимаете, да? Что я имею в виду? А, значит. И еще один важный момент. Это когда я запрещаю себе с людьми. Своим ровесникам. Да? Я запрещаю себе быть с ними собой. То есть по факту я не даю возможности, ну, скажем, другим людям себя проявить. Вот. Что это значит? Ну, если вот, допустим, попробовать, ну, например, да? Ну, это можно было бы выразить так вот. Приходите вы, к примеру, в ресторан. И вы видите, там находится ваш ровесник.
как раз вот тот самый ловец, который, ну, который вот не вызывает у вас доверия особого, скажем так. Вот. И этот ровесник, он, ну, как бы, он себя ведет определенным образом. Вам это не очень нравится, вот это может быть даже как-то напрягает, вот это может быть даже как-то расстраивает, вот, ну, что, в принципе, вполне нормально. Но дальше происходит следующее. Вы можете позволить человеку себя проявить. Для этого вы или демонстрируете ему свою какую-то слабость. Ну, например, растерянность, слезы, там боль, там, может быть там, не знаю, что-нибудь еще, да, такого типа. Это демонстрируете человеку. И смотрите на него, смотрите на то, как он вот, что он с этим будет делать, да? Но вы показываете, вот так или иначе, вы показываете человеку, что, ну, вообще говоря, вы можете быть там, условно, равны. Вот вы говорите, что вот, я могу быть, ну, там, вот такой, я могу быть такой, мне может быть больно, я могу там, не знаю, плакать, я могу там переживать, не знаю, я там могу, ну, что-то еще испытывать, да? И вы смотрите, как человек реагирует на этом. И исходя из этого, того, как он реагирует, вы уже слышите себя, ну, устраивает вас. То, как он реагирует, не устраивает вас, как он реагирует, и так далее, понимаете, да? А вы, скорее всего, просто не даете людям вот рядом с вами себя проявлять, как-то, потому что вот что-то вам мешает, то есть не позволяет себя быть собой. Если вы хотите быть слабой, ну, быть ее, то есть нужно позволить себе быть слабой всегда, когда хочется, и вне зависимости от того, кто рядом, да, вы, получается, что делаете? Вы, условно говоря, ставите в зависимость свою слабость от людей. То есть только с сильным мужчиной, как говорите вы, я смогу быть слабой. Нет, потому что никто никогда не дотянет до такого уровня, чтобы вы осознанно себе разрешили быть слабой. Более того, вы не разрешаете себе быть слабой всегда, потому что, в принципе, это для вас угроза. Вы себя пытаетесь защитить. Вот. Но вы не защищены. Вот, как бы вы ни старались, вы не защищены. Вам тяжело, вы пытаетесь бороться с этим, ну, вот с этим чувством незащищенности. Не получается, вы думаете, что у другого человека получится лучше, потому что, ну, вам тяжело. Вот, а при этом вы немножко вот не смотрите, как мне кажется, корень проблемы. А корень проблемы заключается в том, а что вас защищать вообще, ну, нужно? Ну, что вам угрожает вообще? А вот. Ну, условно говоря, там, не знаю, не хотите вы там быть активны, да, ну, допустим,
Найди, не хотите, да? Не знаю, не платила первое проявлять, к примеру. Не проявляйте вас, никто заставлять это делать не будет. Вот. А, знаете, какая штука. Но это нужно отслеживать. Как мне думается, то есть вот эти вот моменты отслеживать, смотреть, что именно вам угрожает, чего вы боитесь, да, чего вы опасаетесь. Вот. И как бы уже исходя из этого, нужно будет посмотреть. Вот, и какие-то вещи вам корректируют. Сейчас вы видите, по сути, вы даже, мне кажется, человека не видите. То есть не видите, ну, не видите личность, не видите человека, видите только мужчину, который может вас защитить. Вот. Поэтому в отношения не вкладывается, потому что вы, ну, не взаимодействуете практически на личностном уровне или на таком вот, ну, более глубоком социальном уровне. То есть вы переходите сразу на гендерный, как мне кажется. Вот, но люди же все разные, и раскрываются люди по-разному, и открываются люди по-разному, поэтому, на мой взгляд, вы, вот, как бы сказать, вы хотите себя защитить, да, и кроме вот этой вот, кроме защиты себя, вы больше, ну, не видите ничего. Это понятно, вот, это понятно. Я не говорю, что вы должны там видеть что-то другое, нет, но вам это мешает, и вы можете снизить градус, значимость этого, снизить значение этого для себя, и чтобы быть, ну, немножечко, может быть, более свободным, более естественным, более такой, как бы живой, я бы сказал, более живой. Вот, это то, что можно вам предложить сделать, да, это в какой-то степени, ну, отход немножко от привычных ваших моделей, да, отход от привычных моделей поведения, вот, ну, как бы, тем не менее, это важно, без этого все равно не получится ничего. Вот. Мне кажется, что ваш вопрос в целом, он вот не совсем корректно поставлен, потому что, ну, знаете, это вопрос звучит так, вот у меня не получается, то, что я хочу, у меня не получается, поэтому, значит, помогите мне сделать так, чтобы получил. Вот. Это какой-то вот, ну, извне. Что-то должно вот прийти извне вам на помощь. Ну, на самом деле нет. Все ответы находятся внутри вас. И как вам построить отношения, как вам сделать отношения здоровыми, я не знаю. Вот. Потому что это ваша жизнь. Но я мог бы помочь вам не разобраться. Любой психолог помог бы вам, ну, не разобраться в личной жизни вашей. Ну, просто в вашей жизни, в себе. Вот, и, соответственно, вам тоже, то есть вы смогли бы лучше воспринимать свою жизнь, вот, и тогда, вероятно, смогли бы более полно раскрываться перед людьми и, соответственно, выстраивать отношения. Такими отношениями,
какими вы и хотите быть видеть. Вот. Для чего нужно быть естественным, а вы, к сожалению, вы неестественны в своем поведении, ну, потому что я уже говорил, что вы не совсем естественно вот, чувствовать себя так, как вы себя чувствуете с своим ровесником. Вот. А что еще вы делаете? Вы обесцениваете, как мне кажется, свои желания. То есть вы наступаете на них, вы привыкли их подавлять. Это, в общем-то, такая большая сложность, именно подавление вами своих желаний является тем, что устраивает стену между вами и ровесниками, потому что взрослые люди, ну, те, кто постарше, точнее, те, кого вы выбираете, было бы правильно сказать, они поступают так же, как и вы, и чувствуя, что они делают так же, вы, может быть, позволяете себе больше, потому что, ну, можно на их ответственность переложить, да, за себя, и все как бы будет хорошо. Вот ответственность вы боитесь, потому что, ну, грубо говоря, если брать на себя ответственность, вот, то вы должны быть какой-то, вот, а вы не какая-то, вы вот такая, какая вы есть. Такая, какая вы есть, но вы себе, вероятно, не нравитесь. Кто такая мамочка? Мамочка — это та, кто вас воспитывает, словно говоря. То есть она воспитывает, управляет и так далее. Вот. Ну, соответственно, зададим вопрос, почему вы считаете, что можете воспитывать, ну, кого-то, да, там, в числе своих ровесников. Почему вы считаете, что вы там, ну, словно говоря, да, не знаю, можете быть лучше, чем они, да, или там выше. Ну, потому что вы ставите себя выше себя же, то есть, словно говоря, там, себя там в одной, ну, интерпретации, в одной ипостаси, вы ставите выше, чем, да, в другой ипостаси. Вот. Как бы, ну, нравится вам это или нет. И вы можете, в принципе, делать то же самое и с другими людьми. То есть вот такой опыт есть. В принципе, этого опыта его более чем достаточно, к сожалению. Вот. Это то, что я могу сказать. Поэтому, как бы, построение отношений с мужчинами — это вот такое посознание. Ну, это не то, чтобы тяжелая задача, нет. Просто если вы взаимодействуете с человеком только по гендерному основанию, ваши отношения будут очень бедны. Вот, там, по сути, ну, там, по сути, не будет ничего, там не будет близости, там не будет эмоциональности, там не будет радости, там не будет ничего, вот. Потому что это вот именно гендерность такая. Вот. Но если научиться чувствовать что-то еще, помимо гендерности, хотя и гендерность, в принципе, тоже важна. Вот.
такого отношения могут заиграть новыми красками, в принципе. Вот, важно только, чтобы вы этого захотели. Ну, то есть, чтобы вы захотели работать над собой. Вот, вот такая штука. Ну, у меня возникло такое вот чувство, что вы не столько хотите меняться, да, сколько вот хотите, чтобы мы там, помогли вам, не знаю, воплотить в реальность вашу картину мира. Вот так вот я бы сказал. Ну, это не наша власть, да, и мы этого не хотим. Потому что, ну, нас принцип работы немножко другой. Поэтому я думаю, что на ваш вопрос можно ответить, ну, примерно вот так вот, в таком контексте. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ дал вам обратную связь. Мой ответ вызовет у вас обратную связь, вот, которую вы сможете направить специалисту, вот, который вы выберете для работы. Вот, и это для вас начало изменений, позитивных изменений в вашей жизни.